ասած ռուսերենով ռուսաստանի թեմայով միանգամից ասեմ, որ Արտահայտ Ղուկասյանի վերջին շրջանում հակառուսական դարձած արտահայտությունները բեսամբ դուրս են եկել ռուսական իշխանություններին, կրեմլյան ագենտներին, դեսպանատանը եւ այլն, եւ սիստեմատիկաբար տարբեր ճանապարհներով ինձ փորձում են ապացուցել, որ ինձ ոչ մի կերցնում են դեզինֆորմացիա, ռուսելա բարեկամի, անուշ աղբերի, նաշ ցար, սամիլուշի ցար արտահայտության տակ։ Ես էլ այդ մարդկանց պատասխանում եմ եւ եւս մեկ անգամ ուզում եմ նաեւ պատասխանել հետեւյալ կերպ։ Обращаюсь к правительству Российской Федерации. У вас есть такой по имени Игорь Каратченко. То ли он редактор, то ли он пидорас, то ли он который раз этот в прямом смысле этого слова ведет антиармянскую политику. Я два дня тому назад услышал случайно речь этого где он говорит, армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе. Я не понимаю, есть один нормальный человек, вот, который может объяснить, что сепаратисты это у тебя на территории Украины. То есть российский контингент, который находится на территории Украины, это они и есть сепаратисты. Жители Нагорного Карабаха, а не жители Нагорного Карабаха. Когда был на карте Нагорный Карабах, Арцах, слова Нагорного Карабаха не было, когда был на карте Арцах, и жители Арцаха, в этом территории не было ни Азербайджана, ни османов. Они пришли из этого самого Самарканда. Там никого не было. Если даже ты не веришь словам армянского блогера или политического деятеля, для этого был у вас такой хороший политолог, Жириновский. Жириновский неоднократно объяснил, что значит Великий Туран. Жириновский неоднократно объяснил для таких идиотов, как ты, в Госдуме, откуда пришли турки, османы. По фактам объяснил. Да, он неоднократно остро критиковал и политику Армении, что в Армении закрываются русскоговорящие школы и то-то, и все-все. С этим я согласен. Закрывались. Я бы их не закрыл. Кто хочет, пусть учится в русской школе, а кто хочет, пусть на английском, а кто хочет на армянском. Но тот факт, что Жириновский неоднократно объяснил для таких, как ты, это факт. А Жириновский был, извиняюсь, совершенно умным человеком, но немного эмоциональным. И за таких, как он, и он говорит, Армения не пришел в ШОС. И то-то, и все-все. Армения пришел в ОТКБ. И что от этого? Какая польза? Армения находится в составе ОТКБ. Азербайджан явно объявил войну и напал на Армению. Явно. Вот я не знаю, как там сказки рассказывает Алиев. Армения напала, и то-то, и все-все. Это все ложь, это мы все хорошо понимаем. Какая польза от этого ШОС? Вот я смотрел картинки ШОС, где президент, царь всей Руси ждет, когда придет Алиев. Вот такого маразма я еще не видел.